Приветствую всех, друзья, меня зовут Паша, и сегодня на фоне Forza Horizon 5 я хотел бы поговорить с вами о том, где же все-таки покупать подписку Game Pass, а также PS Plus. Все мы в связи с текущими событиями испытываем трудности в игровой индустрии. Владельцы Xbox и PlayStation плачут горькими слезами, не имея возможности играть в свои любимые игры. Я, как и все, столкнулся с данной проблемой. Но хочу посоветовать вам хороших ребят из команды PlayManiaShop, которым воспользовался сам. Ссылку на ребят я оставлю в описании под этим видеороликом. Хочу сказать, что я тоже относился с недоверием, но, как говорится, кто не рискует, тот не играет в Xbox. Подписку ребята, кстати, подключили очень-очень быстро, в течение получаса. Все их действия я мог отследить, так как на почту приходили оповещения. На все мои вопросы отвечали оперативно и четко. Эта команда имеет возможность оформить подписку, как вы поняли, не только на Xbox, но и на PlayStation. Также у них есть свой магазин, где можно приобрести игры по очень низким ценам. И вы снова сможете насладиться любимыми играми. А еще есть один подводный камень для жителей Республики Беларусь. Средства за подписку можно перевести только по платежной системе МИР. Поэтому придется потратить немножко своего времени, но думаю, оно того стоит. Переходите по ссылке в описании, пишите свои отзывы. Всем приятного лета, всем пока-пока.